4 здесь на РНТВ, в студии Алексей Суханов. Прежде всего, к событиям в Украине. По данным украинской погранслужбы, 5 ополченцев погибли и 7 пограничников ранены во время боя в окрестностях Луганска. Началось все с атаки на здание погрануправления и перекинулось на городские улицы. По телефону сообщает Евгений Зоев. Серии выстрелов практически из всех видов стрелкового оружия сегодня сотрясают Луганск. Жестокий бой за здание и территорию местной погранчасти начался рано утром и продолжался несколько часов подряд. Два ополченца погибли во время этого столкновения. Пуля снайпера угодила одному из них прямо в голову. Разным данным, с обеих сторон в этой жуткой перестрелке участвовало до 700 человек. Ополченцы предложили местным пограничникам сдаться, но военные отказались и открыли огонь на поражение. В первый час боя на территории погранчасти в одних пожара произошел взрыв, что из другой стороны активно работали снайперы. В настоящий момент противоборствующие стороны взяли паузу и готовятся продолжить боевые действия с наступлением темноты. По самым последним данным, в бою тяжело ранены 4 пограничников, а Национальная гвардия Украины поспешила сообщить, что уничтожено 2 минометных расчета ополченцев. Но никаких минометов мы на месте не видели. Киев, видимо, запустил очередную ДЭЗу. Количество раненых исчисляется десятками. Скорая помощь не успевает обслуживать все вызовы, но, видимо, подсчитать точное количество пострадавших удастся не раньше, чем ночью. Евгений Зуев, свободное время.